Восьмой съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия собрал 142 делегата из мест компактного проживания представителей всех шести народов. Съезд – ожидаемое и самое важное событие в нашей общественной жизни. Возможность поговорить о своих проблемах, обменяться опытом работы и достичь определенных результатов. Сегодня, 12 декабря, в день рождения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, в Доме правительства номер один в зале Республики начал свою работу 8-й съезд Ассоциации. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. В своем выступлении глава Республики Саха-Якутия подчеркнул необходимость защиты интересов коренных народов. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на 8-м съезде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера нашей Республики. В Республике всегда было, есть и будет внимательное, бережное отношение к защите интересов коренных народов. Это исходит из традиций нашего совместного проживания, из понимания вашей уникальной роли в развитии Якутии. Несмотря на то, что сегодня вы живете в самых разных уголках нашей республики, в южной, западной, в арктической части Якутии, и представляете разные народы, вас объединяют общие устремления и цели. Вы, как истинные патриоты, всей душой болеете за судьбу своего народа, искренне, деятельно заботитесь об его устойчивом развитии. Для любого народа важнейший вопрос – это сохранение своей идентичности, прежде всего через знание родного языка, использование его в повседневной жизни. Считаю, что за последние годы мы существенно продвинулись в сохранении и развитии 5 официальных языков республики. Проводится последовательная масштабная работа, создается контент на родных языках для телевидения, радио, социальных сетей, разрабатываются приложения для смартфонов. На цифровые носители переносятся художественные тексты, издаются учебники, пособия, расширяются возможности для обучения на родных языках. Безусловно, мы будем только усиливать работу в этом направлении. Я знаю, что вы вносите конкретные предложения по обучению родным языкам, по статусу школ в местах компактного проживания коренных народов. Также понимаю и поддерживаю ваше живое стремление сохранить и укрепить уникальное культурное и духовное наследие народов Севера. Все ваши предложения, в том числе и по размещению Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, обязательно будут рассмотрены и приняты в работу. Уважаемые друзья, объективно сегодня развитие республики связано с промышленным освоением. При этом мы обязаны сохранить хрупкую северную природу, традиционный образ жизни коренных народов. А для этого нужно выстраивать конструктивное взаимодействие с недропользователями. Это особенно актуально для Западной и Южной Якутии, где родовые общины уже решают такие вопросы. Мы единственный регион России, в котором принят и работает закон об этнологической экспертизе. Вы прекрасно знаете, что в данном направлении ведется планомерная работа. Главное – добиваться, чтобы решения проведенных экспертиз выполнялись в обязательном порядке и в полном объеме. Мера социальной ответственности бизнеса, конечно же, измеряется конкретными шагами. Так, в этом году только заключены трехсторонние соглашения с участием таких компаний, как «Алроса», «Эльгоуголь». И наша общая задача, чтобы таких документов, стратегически важных для конкретных муниципалитетов, заключалось больше, и чтобы они были заточены на улучшение качества жизни местных жителей. Сегодня мы все являемся участниками больших позитивных преобразований, которые происходят по всей стране.
По инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина задана колоссальная динамика для развития Дальнего Востока и Арктики. Буквально вот сегодня ночью я принимал участие в видеоконференции с нашим президентом, где мы обсуждали вопросы развития опорных пунктов в арктической зоне Российской Федерации. По инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина задана колоссальная динамика. Уверен, что из года в год масштабы перемен и на Дальнем Востоке, и в Арктике будут только увеличиваться. Тем и важно для нас всецело поддержать нашего президента, в том числе и в его решении участвовать в выборах в марте 2024 года. Уважаемые участники съезда, наряду с достижениями, конечно же, есть вопросы, которые требуют скрупулезного подхода и серьезных решений. Несмотря на предпринимаемые меры, острейшей проблемой на местах у нас остается кадровый вопрос. Так, в рамках реализации проекта «Учитель Арктики» за 3 года у нас трудоустроен 181 человек. Но это не изменило в корне ситуацию. Учителей, врачей, специалистов рабочих профессий все равно не хватает. Особенно тревожно за оленеводов. В обществе, к сожалению, бытует мнение, что исконная профессия оленевода начинает перетекать в разряд невостребованных, но без профессиональных кадров оленеводство нам никак не поднять. Вопреки всему, мы должны не только сохранить, но и повышать привлекательность оленеводства. Решение материально-бытовых, финансовых, жилищных вопросов оленеводов – все это требует самого внимательного отношения и поддержки со стороны властей республики и муниципалитетов. Механизмы поддержки кадров должны постоянно расширяться и совершенствоваться, в том числе такие проекты, как «Молодой оленевод». Нужно решать абсолютно прикладные, земные вещи, чтобы людям стало легче работать и жить в их тяжелых условиях. Оленеводство, как основа жизни коренных народов, при правильном подходе, конечно же, может быть прибыльным. Отрасли нужны инновационные технологии, нужно привлекать ученых, зоотехников, экономистов, генетиков, ветеринаров, развивать систему сбыта продукции оленеводства и рыболовства. Базой для этого призваны стать те же торгово-логистические центры, куда местные товаропроизводители могли бы без посредников сдавать свою продукцию и иметь прямой доход. К местам компактного проживания коренных народов также может быть применимо действие нового республиканского закона о территориях местного производства. Уважаемые друзья, в целом, комплексная работа по защите прав и интересов коренных народов в республике идет планово, но я прекрасно понимаю, что многие вопросы требуют еще более качественной и более серьезной проработки. Вклад вашей ассоциации в эту работу всегда был и будет очень значительным. Уверен, что совместными усилиями мы будем добиваться более ощутимых результатов в защите интересов коренных народов Севера. Хотел бы поблагодарить всех вас за вашу работу в ассоциации, особенно поблагодарить Андрей Васильевич вас за ваш неустанный труд во благо коренных малочисленных народов Севера не только Якутии, но и всей Российской Федерации. Пожелать вам крепкого здоровья. И, конечно же, дорогие друзья, я желаю съезду плодотворной работы. Вы будете работать несколько дней, выработать новые инициативы, новые предложения. Всем вам счастья, крепкого здоровья, новых достижений. С наступающим Новым годом. Спасибо. На протяжении 34 лет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии реализовала множество проектов, программ, нацеленных на социально-экономическое и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера. В своем отчетном докладе президент Ассоциации, народный писатель Якутии, видный политический и общественный деятель Андрей Васильевич Кривошапкин сказал о том, что наша общественная организация развивается, твердо стоит на ногах, появляются активные продолжатели дела, молодежь широко вовлечена в общественную жизнь организации. И также отметил необходимость продолжения системной и планомерной работы по развитию родных языков коренных народов. Да, действительно, Союз коренных малочисленных народов Севера Республики Саха Якутия для всех нас это большое событие. Это
наш праздник, надо так правильно сказать. Потому что на этом съезде мы подвели итоги своей работы за последние 5 лет. И вы сами все услышали. Вот, глава республики Айсен Сергеевич Николаев специально пришел и принял участие на нашем съезде. Это говорит о многом. Если бы наша ассоциация работала слабо, естественно, глава республики мог бы отправиться на свое приветствие. И на этом завершение. Он сам лично пришел к делегатам съезда и выступили перед ними с трибуны. Это нас всех воодушевляет. И действительно, в дальнейшем наша ассоциация будет работать на то, чтобы дальше закреплять, укреплять наши достижения. И в дальнейшем наша ассоциация будет действовать, еще будет организована, будет ставить перед собой более возвышенные цели и задачи. И на этом пути мы идем и обязательно добьемся новых успехов, новых свершений во имя развития нашей родной республики. Так что ассоциация «Коренных малочисленных народов», все народы Севера – это большие и очень надежные друзья всех народов Республики Саха-Якутия. Мы на этом стоим, твердо стоим за дружбу, братство всех народов Республики Саха-Якутия. Будем вместе, дорогие друзья, дорогие якутяне, все наши друзья, руководство, глава Республики, правительство, Государственное собрание Республики Саха-Якутия. Все мы вместе, все одна большая семья Республики Саха-Якутия. Спасибо. Первый вице-президент ассоциации Любовь Викторовна Христофорова в своем отчетном докладе о деятельности Координационного совета отметила, что за последние 5 лет достигнут ряд серьезных успехов в социально-экономическом и этнокультурном развитии наших народов. Но вместе с тем нам предстоит вместе решить еще много вопросов в сфере жизнедеятельности, традиционного природопользования и социальной сферы, преодолеть негативные процессы в сохранении языков коренных малочисленных народов Севера. К этому съезду наша ассоциация подходит не просто как одна какая-то организация, а как целое общественное движение. У нас целая группа организаций. Это сама ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Это этнические ассоциации, это районные наши ассоциации, наследственные ассоциации, коренные общины, кочевые родовые общины наши. Это общественные организации по разным видам деятельности. То есть, и я подчеркиваю о том, что вот это вот общественное движение уже стало таким, что даже такие моменты могут быть негативны, когда какие-то этнические ассоциации могут где-то недорабатывать. Какие-то, может быть, в каких-то формах иногда, может быть, происходит даже сращивание, может быть, даже с государственными органами власти. Но наше движение настолько стало широким, настолько разнообразным и независимым, что в любом случае все проблемы коренных малочисленных народов Севера в той или иной степени всегда озвучиваются и, соответственно, транслируются для органов власти. И это, наверное, самое главное достижение нашего движения. Как и отмечал глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, вопросом развития, поддержки традиционных форм природопользования коренных малочисленных народов Севера на территории Республики Саха-Якутия остаются одной из приоритетных направлений. Сегодня, выступая, глава отметил о необходимости, особенно в такое сложное время и в условиях специальной военной операции, и перед выборами президента страны, необходимо, чтобы все народы, живущие здесь, на территории Республики Саха-Якутия, были едины. И, конечно же, само проведение ассоциации, на которой будут ставиться проблемы, для нас, для органов исполнительной власти, законодательной власти, будут являться векторами, по которым мы будем развиваться в дальнейшем. Ряд поставлен вопросов уже сегодня во время отчетных докладов. Это вопросы, и связанные с традиционным природопользованием, с нестыковками в федеральном законодательстве. Совершенно правильно указано, что это общая страновая, возможно, в какой-то мере проблема. А также есть ряд вопросов, которые исключительно решаются на территории республики. Но я думаю, самое главное – это иметь единое мнение и, соответственно, решать все проблемы. В первый день пленарного заседания 8-го съезда ассоциации были заслушаны отчетные доклады председателей этнических ассоциаций о проведенной работе за предыдущий период. Народный депутат Госсобрания Илтумен Елена Христофоровна Голомарева всегда открыта к диалогу и к сотрудничеству. Возглавляемый ею парламентский комитет – это место непрерывной напряженной работы, законодательных инициатив, защиты прав коренных народов Севера. Наша ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия – это очень живой,
активный, неравнодушный, очень такой сердечный каждому вопросу Бога. Когда обращаются наши сородичи, мы ни один вопрос просто так не оставляем. Это, значит, одна из особенных черт, можно сказать, наших народов. Быть очень внимательным ко всем. Надо также отметить работу уполномоченного по правам коренных народов Севера Республики Саха-Якутия Константина Васильевича Робика, главная цель деятельности которого – грамотная и всемерная поддержка, юридическая помощь и отстаивание прав и свобод северян. Со времени проведения прошлого съезда 2018 года произошло множество событий. Знаете все прекрасно, что у нас происходит и в мире, и в России, и в Республике Саха-Якутия. И все они так или иначе оказали то или иное влияние на социально-экономическое, культурное развитие, как мы планшетного севера, на ситуацию, связанную с реализацией прав и защиты торговых интересов и предпринимательского севера. Есть как положительные факторы, так и негативные. И при этом я скажу, что есть и можем отмечать положительные как в работе органов государственной власти, так и общественного движения, так и негативные. И органы государственной власти, к сожалению, в нашем общественном движении. Одним из важнейших факторов работы органов государственной власти я отмечу создание в 2018 году Министерства правосудия и Ивановского Севера. Вы прекрасно знаете, что до создания Министерства Арктики в течение 5 лет мы получали 6 реорганизаций, когда нами занимались каждый раз разные министерства, ведомства и так далее. Все это не способствовало эффективной работе, реализации положения республиканского законодательства. И вот благодаря тому, что стабильная работа Министерства по развитию Арктики главного рода Севера во главе с Владимиром Николаевичем Черноградским во многом способствует реализации положения республиканского законодательства. Ассоциация вплотную работает с нашим профильным министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Многие вопросы решаются совместно, в активном и плодотворном сотрудничестве. Это учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, реализация проекта «Молодой оленевод», программа строительства торгово-логистических центров в арктических районах Республики Саха-Якутия и многое другое. Хотел бы выступить перед вами как представитель коренных малочисленных народов Севера, работающий в органах власти, в уполномоченном органе власти, который несет ответственность за устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера. За 5 лет мы прошли непростой путь. Это все вы прекрасно знаете, это и пандемия, это и сейчас проведение специальной военной операции. Это вот это время. Многому нас научило, потому что это как бы мобилизует нас всех. Мы должны объединиться, забыв все, может, какие-то недомолвки или какие-то негативные вещи, и работать вместе. Вот нам все-таки удалось сделать многое. Мы все вместе работали, и те, кто работает в органах власти, законодательных, исполнительных органах, в органах местного самоуправления. За эти 5 лет я вспоминаю, работая с каждым из вас, какие вопросы вы ставили, насколько люди переживают за места своего традиционного проживания, за свои народы. И вот в этом я вижу основу, то есть необходимо фокусироваться на положительном, позитивном изменении в нашей жизни. 13-14 декабря делегаты съезда приняли активное участие в информационно-правовом семинаре-совещании по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, организованном Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. Главные вопросы, рассмотренные на семинаре, это сохранение и развитие традиционного уклада, культуры коренных малочисленных народов,
народов, приоритетные направления государственной национальной политики, острые проблемы, с которыми они сталкиваются при ведении традиционной хозяйственной деятельности, рыболовства, охоты и оленеводства. В ходе семинара совещания представители Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства дали предложения и рекомендации по решению существующих проблем, которые в дальнейшем будут приняты в работу. У делегатов съезда была прекрасная возможность задать напрямую свои вопросы и получить консультацию, а в некоторых случаях и решение проблемы. Делегатов интересовали вопросы, касающиеся работы родовых общин по землям традиционного природопользования. Практика проведения таких семинаров совещаний имеет неоспоримую практическую пользу. Мы сегодня вот вопросы национальной принадлежности мы решили. Мы вопросы с ним связаны, пенсионное обеспечение, вот, по охотпользованию, по организации общин. Понимание есть, поправки в виде конкретных постановлений правительств и поправок в законах. Поэтому сегодня еще вот обсуждаем, как пойдет судьба проекта закона о рыболовстве, чтобы снять этот заявительный принцип. Я так полагаю, что вот решение вот этих вопросов, когда закон-то примется, но потом же, видите, как трудно идет реализация на местах, вот эта охотничья отметка. Знаете, вроде как понимание есть, решение, а какое-то недопонимание на местах все равно есть. И поэтому нам еще какое-то время надо будет дорабатывать его в регионах, и мы должны заняться, вот кроме этих поправок, реализацией и правоприменительной практикой. Вот. И общины, видите, как хорошие поправки приняты, а перерегистрация время требует, чтобы были учредители только коренные, чтобы коллегиальным органам управления были коренные, чтобы был один человек, одна община, чтобы они могли заниматься другими видами деятельности, не только эти 13 видов, но и в том числе предпринимательская, любая, которую они впишут себе в устав, вот, для организации и выживания, для своих целей. Поэтому вот это правоприменение, реализация всех поправок, над которыми мы работаем, он потребует еще больших усилий. Это тоже не один год, скорее всего. Вот. Ну и решение этих вопросов, кроме этого, вы знаете, перед нами всегда будут стоять вопросы жизни родных языков, жизни природопользования, что будет после промышленного освоения, вот, что там будет у нас с крупными проектами, как будем интегрироваться из наших маленьких поселков в эти большие проекты. Потому что информатизация растет, приток населения есть. Поэтому я так думаю, что для ассоциации на долгие годы есть большой фронт работы. Второе пленарное заседание 8-го съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия прошло 15 декабря. За 4 дня проведена большая работа, порядка 20 мероприятий, первый съезд учителей родных языков, создана Ассоциация учителей родных языков Республики Саха-Якутия. Также был принят проект резолюции съезда, в котором аккумулированы все актуальные и судьбоносные моменты жизни северных народов. Также внесены дополнения в устав ассоциации, которые в рабочем порядке будут зарегистрированы в Министерстве юстиции до 15 января 2024 года. Избран новый состав Координационного совета, ревизионная комиссия и новый президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Им стал Константин Васильевич Робдик, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Первым вице-президентом Ольга Федоровна Тимофеева-Терешкина, председатель Ассоциации Долганского народа Республики Саха-Якутия, а вице-президентом Вячеслав Иванович Шадрин, старейшина Юкагирского народа. Съезд закончился. Впереди новые планы, новые достижения и работа во благо своих народов.